Также на Кубани проводится краевая профилактическая акция Министерства внутренних дел. Ежегодно в крае десятки зданий становятся объектами для лжетеррористов. Каждый ложный вызов на якобы заминированный объект наносит ощутимый ущерб бюджету. А ведь потраченные впустую средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, образования и медицину. Анапские полицейские присоединились к краевой акции. Раздавали листовки с предупреждением о штрафе за ложный вызов. По закону 200 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет. Также стражи порядка предупреждали жителей, как свести к минимуму хищение мобильных телефонов. Дабы избежать каких-нибудь эксцессов, вот вы дали телефончик. Взял, я сейчас позвоню, отошел и побежал. Понимаете?